Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода сибирский хаски, возраст 5 месяцев, кличка Грета. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Сегодня мы будем наше видео снимать с нашими моделями котиками. Котики являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Хорошо, Мин. Гуляй. По команде «Гуляй» собака гуляй. Должна гулять. В это время можно поиграть щенком, да, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». Гуляй, команда «Ко мне» – это сложная дуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Мы сегодня работаем с сильнейшими раздражителями для собак – это котами. Коты являются сильнейшими раздражителями для собачек. По команде «Ко мне» собачка должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. Хорошо, рядом. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. Рядом. Хорошо. При остановке сесть с левой стороны. Хорошо. Команда рядом подается при начале движений, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. Рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные остальные команды будете подключать поэтапно. Хорошо. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, сильно не прессингуйте собачку, собака взрослеет рядом. 2-3 годам. Хорошо, со временем хорошо, навыки укрепятся, закрепятся и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой «Хорошо». Хорошо. Рядом. Лежать. По команде «Лежать» собака должна лежать. Со временем выдержку также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание и команда «Хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «Хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо, повторили команду, рядом. Огладили, дали хорошо. Лакомство. Молодец, красавец. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Грет. Рядом. Красавица девочка. Хорошо. Возраст 5 месяцев. Рядом. Место. Команду «Место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «Место» от «Сидеть», «Лежать» или «Стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо. Повторили хорошо. Команду, рядом. Огладили, дали хорошо. Лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Красавица девочка. Рядом. Хорошо. Рядом. После того, хорошо. Как провели дрессировку, дайте собачке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». Хорошо, гуляй. «Ко мне». По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, рядом. Огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода сибирский хаски, возраст 5 месяцев, кличка Грета, свою работу окончила.